Біль втрати неможливо витримати, і здається, що біль не стихне ніколи. Як пережити і взагалі впоратися з цим, знає гость, яка вже є у нашій студії, це Олена Шилова, психологиня, психотерапевтка. Дуже раді вас бачити, да. Пані Олена. Добре. Знаємо, що ви вмієте розрадити у будь-яких ситуаціях, і до вас звертаються люди з найтяжчими проблемами. Зараз ви багато працюєте у цьому напрямку, тому саме до вас звернулися. З приводу втрати багато людей втрачають. І це зараз страшне. Це зараз те, що торкає не однієї людини, а багатьох. І часто буває так, що втрачається не одна людина, а навіть родина, і втрачається і житло, ну все. Тобто втрати. Як з ними жити взагалі? Чи можна щось зробити? Ну, самой потери, наверное, уже ничего сделать нельзя, потому что это происходит и происходит. И, честно говоря, если раньше мы говорили о том, что потерями пронизана вся наша жизнь, и это такие вехи, да, в нашей жизни, потеря какая-то, и мы там становимся сильнее, проживаем и двигаемся дальше, то сейчас вся Украина вся в потерях. Все люди что-то потеряли, как-то потеряли. Во-первых, мы все потеряли прежнюю жизнь, стабильное будущее, о котором мечтали, планировали, вообще свою просто свободу потеряли. Вот. И поэтому сейчас это действительно очень актуальный вопрос. С потерями всегда, ну, во-первых, мы всегда понимаем, что это неизбежно, да, так есть. Правда, это очень больно. И иногда кажется, что правда невозможно пережить. Но вместе с тем, да, есть психологи, есть и мы специально обучены, да, и люди собственный опыт имеют, есть организации, которые работают и помогают, в том числе вот ТАПС Украина, вот, и вот тоже ну, есть мы, до речи, литература. Можем показать, так, ось, да. Це справді такий путівник по горю, написано ТАПС. Це організація, яка розробила? Да, работает с членами семей погибших. Вот, и мы вот такие разрабатываем книжечки, помогаем, да, людям, чтобы можно было чуть-чуть легче пережить, чтобы была какая-то информация о том, как проживается горе, чтобы хоть немножечко можно было на что-то опереться. А скажите, будь ласка, це справді працює? От за який час, за який період це можна зробити, щоб людина хоча б якісь результати отримала? Смотрите, потеря настільки ж, потеря проживається настільки ж індивідуально, як вот відпечатки пальців у людей. В одній сім'ї при потері, там, наприклад, родственника проживають совершенно по-разному, абсолютно проживаються одні і ті ж чувства. Тому що потеря – це событие, горе – це чувство. Горевание – это процесс проживания горя. Вот без горевания мы не сможем прожить нормально горе, и тогда мы в этом застрянем. И признаки непережитой потери у нас были налицо до вот этих вот сейчас усиления конфликта. Вот, поэтому прожить, вот действительно, да, он показывает, просто книжечку взял, почитал. Если все было так просто, то, конечно, было бы прекрасно. Но вся литература – это как дополнительная такая, да, информация, опора. Когда я понимаю, что со мной происходит, тогда мне не так страшно. Потому что первое время, сейчас мы столкнулись именно с острым горем, вот случилось, вот сейчас вот мы, например, да, можем сопровождать вдов, которые есть, приезжают сюда, нужно там и на опознание съездить, и сопроводить, вот, и в похоронах, и действительно, так это очень все непросто, и очень много, правда, горя в Украине, прям, ну, действительно рвется душа. И получается, что сначала мы вместе с человеком, да, находимся, затем человек все равно каждый из нас проживает сам потерю, очень, еще раз повторяю, по-разному, и некоторое время, вот первое время людей иногда даже пугает, что с ними происходит, потому что, правда, бывают очень разные реакции, очень разные проживания. Но все одно, взагалі, якщо людина буде, наприклад, багато плакати, це, кажуть, легше і допомагає. Якщо вона ось це зробить, якийсь період, так, тобто в перший час, то, можливо, вона це все викриє і тоді буде легше впоратись в майбутньому. Кажуть, півроку, рік, ну, це така якась так цифра, ну, коли нібито
трошки втихає. Mm-hmm. Чи це mm-hmm. правда? Тут даже не столько, вот если действительно правильно проходит горевание, да, вот если действительно мы признаем все свои чувства, позволяем им быть, вот то, что вы говорите, мы плачем, мы отгоревываем, мы проживаем там, где есть череда чувств на каждом этапе, там есть и чувство вины, и чувство страха, и чувство злости, и чувство печали, и все это вот туда-сюда от этих всех чувств нас кидает. Вот. И если действительно проживать, ну, правда, по-настоящему, то тогда, ну, полгода, год, но, честно говоря, потеря человека, да, и раз, вот именно когда мы теряем близкого человека, конечно, это дольше проживается, естественно, мы потом уже позже научаемся жить с этим, не потерей, а с потерей. И плакать действительно, вот у нас же как, вот сейчас тоже я столкнулась, да, буквально вот сопровождала вдову, и тоже ей родня, нет, не плачь, ты что ты, таблетками ее, нет, что ты, а на самом деле это неправильно, на самом деле нужно дать возможность человеку плакать, отгоревать, а когда это уже переходит вне нормы, вот истерика сутками, человек прямо вот чуть ли не на пол падает и истерит, вот тогда мы можем говорить о том, что остановитесь, там, ну, как-то, да, приятно, но когда у человека даже вот просто обычная наша истерика, которая есть, но она, ну, нужно, чтобы вышли чувства, то это является нормой. Помните, есть же так, в деревнях, например, есть плакальщицы, да, которые начинают плакать, они заводят, они голосят, они заводят, и тогда дают возможность другим людям, вот и самому этому человеку просто выплеснуть и действительно вот как-то как будто бы включиться, потому что у нас же как? У нас нет, я сильная, я выдержу, я потом погорю, я потом поплачу, а в итоге мы не прогорёвываем, а как будто затрамбовуємо, і це, ну, не є хорошо. Ну так, поколіннями справді люди ж розуміли, що це бувало, да. І намагалися це зробити, угу. Тому що, мабуть, помітили, що да. Це гірше було да. б, якби людина да. це все не показала усім, угу. так? Да, ну, откуда 7, откуда вот все дні, да, откуда 9 днів, 40 днів, год, откуда вот эти вот все дати, которые как будто бы фиксируют, да, і тогда действительно человеку, і все вот сопровождения, как в похоронах, то все традиции наши, они бесценны, они действительно, ну, люди пронаблюдали, как лучше проживается. И... Пані Олено, а скажіть, будь ласка, з приводу ось тих почуттів, які потім з'являються, uh-huh. ну, наприклад, провина, uh-huh. дуже важко uh-huh. з провиною жити, і, мабуть, в усіх людей вона з'являється. Uh-huh. Uh-huh. Чи можна якось її, можливо, направити на інше русло, можливо, ну, себе втішити трохи, uh-huh. не говорити, що тільки я винен в усьому, uh-huh. Uh-huh. і взагалі трошки зменшити uh-huh. отой біль? Uh-huh. Ну, на самом деле, даже самі слышите, так, як звучить, тільки я винен в цьому, ну, нет. Разве вы Бог? Ну, не вам же решать, когда человеку уйти, да? Ну, смотрите, мы сейчас с вами говорим о смерти, например, близкого человека, но потеря является и потеря дома, и потеря там, я не знаю, там, места жительства, места работы, там, я не знаю, потеря друзей, потеря прежнего образа жизни, ну, все что угодно, да? А потеря домашних животных, это же тоже как, ну, близкий, то есть это все, ну, все потери. Это все потери. Вот. И действительно возникает чувство вины как один из этапов, и на одном из этапов, да, проживания. Но чувство вины всегда, вот оно правда сопровождает, и оно здесь очень иррационально. Например, кто-то говорит, как я могла сидеть спокойно в парикмахерской, когда у него вот так там было. Или там другая говорит, а как я могла отпустить там или не, еще что-то. И вот раз он туда пошел, то есть очень много такого иррационального чувства вины. Почему? Потому что нам кажется, что если мы будем про это думать, то мы снова возвращаем себе контроль. Как будто бы мы контролируем это и можем что-то поменять в прошлом. Угу. Но разве это возможно? Незвычайно. Невозможно. Так. И поменять ничего невозможно, во-первых. Во-вторых, действительно, ну, вы не можете все в этой жизни контролировать. Ну, тоже вы не Бог, да, как-то не вам решать, когда сюда прийти на этот мир и когда в этот мир и уйти. И здесь тоже очень важно понимать, что я вроде как хочу проконтролировать. Вот я должен был то сделать, то. И человек застревает в мыслях про прошлое. С этим действительно работают психологи, да, и с этим можно поработать какое-то время, и люди переходят на другой, да, этап про то, что мы переходим в сожаление. Мне очень жаль, что так случилось. Угу. Прям такое вот сожаление.
Ну так, це ось може бути, але і, мабуть, ще гірше, коли людина в майбутньому не може нічого зробити. Вона не дає собі можливості жити. Yeah. Як я можу жити, коли там близька людина померла, наприклад, і як я буду жити далі, і як тоді моя дитина буде жити. Якщо дитина втрачена, то взагалі, можливо, будуть говорити про те, що і втрачається зміст життя, і може і мені не треба жити. Тобто бувають і такі думки. Конечно, бывает. Що тоді робити? Бувають. Бувають. Взагалі, в перший рік, він, чому дуже рекомендується, чому от ми, от, вот Стабс, мы просто, мы сейчас с военкоматами общаемся, наладили контакт для того, чтобы была возможность людей поддерживать и сопровождать, чтобы люди понимали, что мы есть рядом, что можно с нами поговорить, что можно этот там, год вот этот страшный, да, как минимум год хотя бы с нами провести, ну и дальше. Вот. Но если так происходит, да, когда ну, человеку очень, вот, вот прям совсем кажется, что правда теряется смысл. А вначале есть этот этап, есть и жить не хочется, конечно, часто мы это слышим, что ну, кто-то там подскочил и прям не осознает своих чувств, не слышит себя, да, а кто-то из-за этой боли кажется, ну вот просто единственный выход остановить это, вот не хочу и все жить. Вот. И вместе с тем мы проходим этот этап и двигаемся дальше, 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 и тогда уже какие-то обретаются, когда прожита потеря, новые смыслы, другие смыслы совсем, перетрансформируется жизнь, естественно. Мы никого не предаем, когда мы живем своей жизнью. Мы живем, у нас вот в сердце остается место людям, там, я не знаю, кто-то предметом, да, и кто-то там, не знаю, этому городу, в котором были, вот, остается место, но у нас есть и место теперь и для другой жизни совсем. От справді, коли людина буде, мабуть, поруч з фахівцями, то це зробити буде набагато якісніше і легше, так? Якщо людина самотужки залишається, можливо, в іншій країні, можливо, немає там такої підтримки, як хотілося б, чи може через незнання мови, чи, можливо, через те, що людина не знайшла фахівців таких, то які будуть рекомендації ваші? Чи можете ви щось... Да, могу, ну, во-первых, слава богу, у нас сейчас так организовались психологи, после 2014 года, так, у нас такая сеть по всему миру, и можно и онлайн, да, консультироваться, и... Но, вы знаете, ведь не всегда обязательно обращаться к психологу. Если у человека хорошая социальная среда и поддержка, родственники, которые поддерживают, люди, понимаете, люди могут проговорить и поговорить с человеком, да, поддержать, нормально поддержать, то не обязательно, что человек застрянет в своем горе, и надо прям обязательно бежать к психологу, да, там, ну, люди проживают, потому что мы с вами, вот нам сколько дано испытаний, столько же дано сил, чтобы эти испытания пройти. Поэтому точно у нас такой запас прочности психики, что мы с этим справляемся, и все справляются. Но оглянитесь, вы даже можете не узнать, что у этих людей столько горя, они просто живут рядом с вами, работают и, ну, справляются. Вот, какие рекомендации могут быть? Во-первых, точно не закрываться говорить об этом, да. Вот, есть в некоторых странах прекрасная традиция, когда вот целую неделю, это вот в Израиле, да, например, целую неделю сидят, и люди приходят и говорят об ушедшем, говорят целую неделю, такие вот, да, опоминают так, вот, проговаривать. Второе, давать возможность выражать все свои чувства. Вот вы можете, вы, во-первых, себе следите за своими реакциями, и, вот самое главное, вы обязательно позаботьтесь о себе, если некому другому позаботиться, позаботьтесь о себе, пожалуйста, вам нужно высыпаться, вам нужно нормально кушать, не хочется, но это обязательно нужно делать. Следите за тем, чтобы вы были в норме, если есть возможность, может, социальной какой-то активности, выходите, будьте в социальной активности. То есть вам нужно держаться в балансе. Вот это первое, что, ну, там, я сама делала, когда проживала потерю, да, то есть я держалась вот в этом балансе, чтобы, ну, вот, вот держаться того же ритма, который был до потери, чтобы вы могли себя вот помогать даже элементарными вещами. А следующее, это действительно позволяет себе это проживать, позволяет себе вспоминать, если есть вспоминать с кем-то, да, и фотографии, разговаривать об этом. Очень хочется говорить о людях, которые, собственно, социум, как как-то неудобно, неловко, я не знаю, как себя вести, потому что это действительно так, ну, вот люди не знают, как быть рядом с теми, кто проживает потерю, вот, и тогда как-то, как будто бы, ну, не с кем поговорить. Но на самом деле, если с вами готовы поговорить, говорите, да, про это, затем, значит, сохраняйте такое... Вот, как веру в то, что точно с этим справитесь. И если, еще раз повторяю, нет возможности поговорить, то давайте возможности самому себе проживать. Часто люди втрачають, от ви тільки що сказали про це, і сон, не хочуть нікого бачити, да, не хочуть їсти, не хочуть взагалі нікуди виходити, і закриваються, дуже закриваються. Тобто це така от звична реакція, мабуть, я не знаю, можливо, вона захисна. Коли ми просто відсікаємо все, і нам здається, що
що ну все, ну нічого не буде, і я не зможу. То як тоді? Ось як себе змусити потихеньку вставати, тому що люди багато хто навіть не встає. Тобто так вони на одному місці і можуть так проводити декілька днів. Смотрите, декілька днів нормально. Но если вы видите, что человек лежит уже там, я не знаю, 3 недели или 2 недели, вообще не встает, совершенно не функционирует там, совершенно никак, то тогда мы уже действительно обращаемся к специалистам, к врачам и так далее. Но несколько дней, но люди же разные, да, кому-то нужно этих несколько дней просто пролежать, и тоже нужно наблюдать, во-первых, за собой, да, про то, что встаю ли я даже в туалет и водички попить, если вам не хочется кушать день-два, да, то водички попить, там, не знаю, фрукт какой-то съесть, тоже вы наблюдаете, что, ага, норм, я там, например, могу дня 3, действительно 4. Кто-то, вспомните все эти классика, да, в фильмах еще чего-то, отвернулись к стене, лежат, там неделю, да, встали, что-то там поели, водички попили, чайку и лежат. Вот, тут задача в том, что если вы прям совсем один оказались, то тут тоже очень важно, смотрите, наблюдайте, когда вы чувствуете, что вот все, вижу не норма, да, вижу там бумажки на полу валяются, я совсем как-то там что-то у меня тут уже вообще свои посуды, горы, то есть какое-то такое, как сумасшествие какое-то, да, вот вокруг, и тогда ага, стоп, такой сигнальчик для меня точно хватит, и что тогда? Тоже мы не подрываемся, прям сразу побежали, так не получается, но хотя бы элементарные вещи заботы о себе можно делать. Ну, как-то, это если есть возможность такая лежать. Сейчас как-то не особо у людей даже есть возможность так отгоревать и отлежать, потому что постоянно сирены, мы в постоянном страхе постоянно, то есть как бы люди даже не могут так остановиться, чтобы вот лечь и лежать, и никуда. Да, тут надо ходить на работу, тут еще что-то как-то, то сейчас чуть-чуть другая ситуация. Ну так, справді, ми зараз такі переживаємо емоції страшні, які взагалі нам здавалося, що їх може і не бути в нашому житті, так? А чи можна підготуватися? Ну, справді, ми всі розуміємо, що рано чи пізно, але, а може і зараз є, і в багатьох це є, так, втрата, то, можливо, собі полегшити чимось. Может, как-то себя налаштувати на то, что может быть, и мы это будем как-то воспринимать? Смотрите, ну, во-первых, вот вы сейчас делаете, да, хорошее дело. Вы приглашаете человека, чтобы рассказали, вот есть информация, как же это проходит, да, горе. Но вот я вот сказала о том, что вот нам дано какое-то количество, да, горестей на пути, и точно даны силы для того, чтобы с этим справиться. Так вот, хорошо бы просто в жизни знать про эти свои силы и понимать себя, и знать себя. То есть как я справляюсь в обычных ситуациях, что мне помогает, мои сильные стороны, что обычно, какой мой ресурс, какая моя опора, что я делаю обычно, когда выбираюсь из неприятностей, да, или горести. И здесь мы возьмем и задействуем то же самое. Просто в горевании очень много вот этой боли, которая есть от потери, потому что мы же, когда с кем-то или ну, с чем-то находимся, мы как будто бы частичку себя вкладываем. И когда или человек, или это что-то уходит, то как будто частица нас уходит. И поэтому вот пока заживет эта дыра такая внутренняя, душевная, то здесь можно использовать только свои силы и ресурсы. А про них просто нужно знать. Поэтому подготовиться точно нет, но хотя бы знать и понимать, что происходит с душой. Точно не бояться, что вот, боже, я там сумасшедший, иногда кажется, то видится на первом этапе, где-то вот проходит какое-то количество, пару месяцев, да, и кажется, что оп, видишь ты этого человека, звонок, кажется, видишь, да, то это, ну, нормально, ну, работает, так работает горе. Просто нужно об этом знать, понимать. И знать, ну что, пані Олено, я вам дуже дякую за таку інформацію. Наостанок хочеться почути від вас вже так, як підсумок, так? Коротенько рекомендації. Ми вже все проговорили, мабуть, але іще, будь ласка. Ну, я очень хочу сказать, что я восхищена нашим народом. Я понимаю, сколько мы сейчас проживаем. У нас очень тяжелый период сейчас. И я знаю, что справиться в этой жизни можно совсем. Это правда. И помогайте себе с этим справляться. Есть специалисты, есть, я же говорю, целые организации, да, которые помогают именно в работе с гореванием. И мы точно с вами, мы вам поможем. Но каждый из нас обладает достаточным количеством сил, чтобы справиться со всем тем, что нам уготовано. Это точно. Я вам дуже дякую. Справді, зможемо, витримаємо. І все, що з нами сталося, то це нічого, тому що ми сильні, ми зможемо і переможемо. Так, звичайно. Переможемо 100%. Олена Шила сьогодні була в нашій студії, психологиня-психотерапевтка. Ну, а вам усім хочеться побажати сил побільше, звичайно, терпіння, звичайно, віри у перемогу. Тільки так ми дійдемо до того, щоб у нас було краще життя. Зустрінемося вже у четвер. До побачення. До побачення.